Приветствую, любители Москвы. Мы с вами продолжаем знакомиться с московскими железнодорожными платформами в одноименной передаче. Ну и, как я уже говорил, перед Новым годом на встрече, в основном в этом году мы будем находиться на киевском направлении почти весь год. И за кольцевой дорогой здесь мы уже были, но до кольцевой дороги, до станции Очаково. А следующая станция, уже которая находится за кольцевой дорогой, после Очаково, вот эта станция, платформа, вернее, если быть точнее, Мещерская. Именно Мещерская. Находится она в районе Солнцева. Это западный округ Москвы. Ну и, наверное, вы все знаете, ну, может, не все, но многие знают эту платформу. Видите, как ее, в общем-то, испохабили, к сожалению, после реконструкции. Это фактически уже вторая реконструкция, но первая там были минимальные изменения, а в 2010 году она прошла первая реконструкция, а вот вторая, конечно, значительно ухудшила, на мой взгляд. Вот, вы видите, везде поставили сплошные заборы, навесы со всех сторон, то есть платформу прямо оградили буквально вот по всему периметру. Почти не оставили свободного воздуха. И в итоге вот вся романтика, вот эта вся атмосферность этой платформы, она, в общем-то, потерялась. Причем на 100%, ну, практически на 100%. От нее почти ничего не осталось. Вот там, кстати, видите, проходит вот кольцевая дорога. Вот за этим забором. Потому что, видите, здесь были красивые виды. Вот на сосны. Вот это дачный поселок Мещерский, как раз по которому названа эта платформа. Ну и там тоже можно было посмотреть и на дома вот по той стороне. Там улица Матросова проходит. Домостроительная, вот. Но, к сожалению, теперь вот из-за этих вот навесов, из-за этих вот, причем навесов как на всю длину платформы, так и вот этих навесов, когда, через которые теперь происходит выход в город, ну и, естественно, мы фактически ничего увидеть не можем. Одни сплошные заборы да навесы. Поэтому, к сожалению, увы, здесь все, так сказать, очень сильно ухудшилось и... В общем-то, вся атмосфера, которая была на этой платформе еще не так давно до реконструкции, которая началась в 2019 году, она, увы, практически утрачена. Вот. Ну, а сама платформа 4 раза меняла свое название, что, в общем, наверное, уникально. По крайней мере, очень редко встречаю. Я не знаю еще таких случаев подобных, чтобы 4 раза платформа меняла название. Она вообще изначально называлась платформа 12-й версты и была открыта в 1899 году. Но довольно быстро она получила название Вострякова. И, в общем-то, мы ее практически все знаем. Вот люди, которые жили еще и в Советском Союзе. Ну, скажем так, рождены были там, да, и, в общем-то, все эту платформу, в общем-то, знают именно как вот Вострякова. Ну, а Вострякова, это был такой Дмитрий Востряков, в общем, достаточно богатый человек, который, собственно, финансировал строительство этого остановочного пункта, этой платформы. Поэтому в честь него назвали и платформу Вострякова, ну, и, соответственно, микрорайон, который находится вот по левую сторону. Вот если вот сейчас, как я иду, вот туда, по левую сторону, вот там вот за забором, к сожалению, сейчас вот уже не видно, там вот улица Матросова проходит, и как раз... Там вот и микрорайон Вострякова, который входит тоже сейчас в состав Солнцева. Вот, и так называлась платформа Вострякова до 2010 года, когда ее зачем-то неожиданно переименовали в Сколково. Но вы помните, было такое увлечение у нас, вернее, не только у нас, сколько у нашего правительства, вот этим Сколковым, этим инновационным центром, там прям просто все бредили, там хотели создать американскую кремниевую прям долину, аналог такой, ну, в общем, прям что-то ужасное было с этим Сколковым, там прям буквально на каждом шагу это слово было, видимо, очень нравилось оно нашим чиновникам, нашим властям, и вот решили даже эту платформу назвать Сколково, хотя она никакого отношения к Сколково не имеет. Отсюда до Сколково 5 километров, причем только по прямой линии, никаких прямых рейсов автобусов или вообще либо транспорта сюда нету. Доехать довольно сложно, и на самом деле Сколково находится совсем на другом направлении, а именно на белорусском. И вот именно там как раз назвали потом платформу Сколково, что, в общем, куда более правильно, чем здесь. Ну, а эту платформу, то есть 10 лет она зачем-то называлась по непонятным причинам. Ну, вернее, по понятным, но просто такое чисто, так сказать, это, чтобы слово было как-то популяризировать, скажем так, это название. Вот. Ну, и в итоге в 2020 году вот ее, она получила современное название. Почему-то Вострякову ее обратно не переименовали, хотя непонятно, могли бы возвратить название. Ну, переименовали в Мещерскую. Вот по микрорайону Мещерский, который находится, соответственно, вот по правую сторону. Вот тоже за этим забором, к сожалению, теперь вот видите, вот там он находится. Там не видно. Вообще, когда-то был поселок Князь Мещерский. Это тоже один из владельцев, который как раз формировал вот этот дачный поселок Князь Мещерский. Он был князем.
Сергей Мещерский. Не Мещерский, а именно Мещерский. Поэтому платформу надо называть именно Мещерская, а не Мещерская. К Мещере, вот, к этой низменности, да, она не имеет никакого отношения. Это вообще другое совсем месте. Она Мещерская низменность на востоке находится Москвы. Ну и прежде всего Московской области. Вот. Ну вот немножко видно. Это вот видите, деревянные платформы еще до сих пор. Там, ну, их уже фактически демонтировали. Этот мост временный, когда была реконструкция этих платформ. Вот там, вон, видите, там пятиэтажка немножко видно вот, на улице Матросова. Чуть-чуть вот отсюда немножко вот в окно там слегка за этими навесами хоть немножко оставили глоток свежего воздуха. Вон, видите, вот эта пятиэтажка, вон эта самая такая голубоватая. Ну и дальше там школа, еще там несколько домов. Ну немного, но еще такая вот старая советская застройка. Вот, а по эту сторону вот этот вот князь Мещерский основал дачный поселок, который тоже получил название в честь него, дачный поселок Мещерский. Там находится, кстати, Мещерский пруд, до которого, в принципе, можно было бы погулять, но если было бы хорошая погода, ну в смысле было бы лето и такая вот, ну поскольку сейчас я снимаю зимой, сейчас все-таки у нас зима, все в снегу, то, ну, особо как бы смысла туда, в общем-то, идти нет. Но при желании, если захотите, можете туда сходить. Это, пожалуй, единственная достопримечательность, которая находится, ну, в относительной близости от этой платформы. Все остальное здесь, в общем-то, особо какого большого интереса не представляет, потому что там дальше, вот за этим микрорайоном Вострякова, там раньше был домостроительный комбинат, но сейчас его снесли несколько лет назад и построили жилой комплекс, который называется Мещерский лес, хотя к лесу там никакого отношения он не имеет. Ну, и дальше за ним находится Боровское шоссе, которое тоже, наверное, особо какой-то интереса не представляет. Ну, шоссе как шоссе. Вот. Ну, а здесь дачный поселок, по которому, в принципе, можно погулять. Но, еще раз повторюсь, там, ну, дачные дома, как дачные дома. Вот, конечно, пруд, он представляет несомненный интерес. Вот, находится эта платформа в 13 километрах от вокзала. Вот, естественно, киевского, да, это киевское направление. Ну, а от кольцевой, вот она кольцевая, буквально 100-200 метров от силы. И вот она фактически рядом примыкает к кольцевой дороге. Вот, то есть, ну, а так это Москва, да, район Солнцева, и Москвой стала эта местность в 1984 году, то есть, в общем, еще довольно давно, еще в советское время эта платформа, она стала московской. Ну, вот так вот. Ну, наверное, такое вот самое главное. До новых встреч!